Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В пятницу в Самарской области облачно и пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время от 3 до 6 ниже 0, ночью минус 7, минус 9. Ветер западного, юго-западного направлений 1-3 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, но без осадков. Днем минус 4 градуса, ночью 7 ниже 0. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем минус 3 градуса, ночью минус 8. Западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой снег. Днем минус 3 градуса, ночью минус 7. Ветер западного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.